Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт, семейный консультант. И в этом видео мы разберем небольшой вопрос, который касается семейных финансов. Потому что мне периодически задают вопрос. Сергей Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, как правильно? Кто должен управлять семейным бюджетом? Это должен делать муж, жена или, может быть, как-то совместно? Вот что по этому поводу говорит семейная психология? Ключевой ответ. Что по этому поводу говорит семейная психология? В семейной психологии вообще нет жесткого правила, кто этим должен управлять. Есть другой момент. Это зависит от того, как в паре люди договорятся. Вот ключевое, да? Как они договорятся сами, чтобы им было хорошо. Неважно, будет это муж, будет это жена, будет это какой-то семейный совет, лишь бы оба были согласны. Потому что финансы могут быть одним из тех источников, которые скрывают основной ключевой конфликт в паре. Да, а основной ключевой конфликт в паре, который возникает практически всегда, это борьба за власть. То есть деньги, здоровье, интимные отношения, отношения с родственниками, карьера, свободное время, все что угодно. В любой из этих областей может разыгрываться вот этот конфликт. Поэтому, когда он решен на глубинном уровне, когда есть согласие, вопрос с деньгами тоже решается очень просто. Вот так.